va a raccogliere Kaká sulla sinistra, Kaká prova a entrare in area, ci riesce, Kaká la palla bassa, e ancora il tocco, il gol, Mario Balotelli porta in vantaggio il Milan dopo 7 minuti di gioco. Милана. Впереди, еще раз напомню, сложнейшие матчи с Ромой и Интером. Паулиньо выходит 1-1. Удар по воротам. Гол! По собственной воле угодил. Ударище, конечно, не берущийся. Очень классный, мощный. Над стенкой. И без шансов для Франческо Барди. 2-2.